то попроси кого-нибудь из твоих приятелей слуг сказать хозяину, что ему где удалось уговорить тебя остаться. Разные лакомые кусочки, которые тебе удастся стянуть в течение дня, сберегай до вечера, чтобы устроить пирушку со своими собратьями. Позови дворецкого, если, конечно, он принесет выпивку. А что-нибудь можно заучить? И вот это, вы сейчас как дитка. Чуть-чуть вот как будто разговор такой. С иронией, конечно, но не дикторский, да? И опять забыла. Влада. Влада, у вас очень часто вниз глаза. Вы же сказали, она уже была. Давайте теперь сделаем следующее. Чуть-чуть еще больше. Плечиками, да. Хорошо. Вот, сейчас кадр просто очень хороший. Вот. Давайте поменяемся местами. Но текст не меняемся? Текст не меняемся. Не меняемся. Даже что, устроили часть текста, поэтому текст не меняемся. Текст как раз прошел. Вот. Ладно. А можно немножко? Вот не так, как вот я сижу, а чуть-чуть вот так. Да, ну, хорошо. А Юлечке? Осаночка? Уже и так, да? Хорошо. Хорошо, чудесно. Давайте пойдем, что мы помним без бумажечки. Давайте сколько будет, столько запомним. Но тогда смотреть уже камеру, Потом будем смотреть. Рядом с камерой, рядом с объективом, саму камеру не смотрите. Значит, иди фразу. Изучили? Ваду бальдова. Господа, обычно все это заслуга из-за того, что тени закрываются за дверь. Но ведь не хозяин. Я понимаю, что прежде чем закрыть дверь, она должна быть открыта. И это вдвойне трудно. Открывать и закрывать дверь, поэтому лучше, проще и легче не делать ни того, ни другого. Однако, если к тебе все время пристают, то об этом уже сложно говорить. Тогда, доходя так хлопнуть дверью, чтобы вся комната и затряслась, и все не задребезжало. Да, выходя так хлопнуть дверью, чтобы вся комната затряслась, и все в ней вокруг задребезжало. Это покажет твоим господам, как ты стараешься им услужить. Заметим, что вход уже умилость хозяина. Стоп. Так, хорошо. Хорошо. Так, зарисовался? Потом. Это надо было взять. Тогда, выходя так, хлопни дверь, чтобы все вокруг задрожало, и в комнате все задребезжало. Это покажет твоим господам, как ты хочешь. Хорошо. Заметив, что входишь в милость хозяина или хозяйки. Я просто слышала, мягко предупредить за уходом. И когда тебя спросят о причине, чьи выложат, нежелательно оставаться с тобой, отвечаю, что ты предпочел бы жить у них, чем у кого-либо другого. Но что бедному слугу нечего увлекать, если он хочет себе добра, что службой богат не станешь, что работы у тебя много, а жалования очень мало. Так, давайте попробуем то, что помним, но без паузы. После последней, после каждого последнего слова сразу нужно говорить. Если ты ошибешься в расчете, то уходить себя не захочется. То попроси кого-нибудь из твоих приятелей слуг сказать, что тебе удалось уговорить остаться. Открывать и закрывать дверь, поэтому проще и лучше, и легче не делать ни того. Пирушку со своим собратьями можешь привозить в дворец, если у него есть выбор. Вот, давайте сейчас попробуем, приготовимся и вообще без единой минуты на полном. Потом можно перейти на первую дырку, а сначала он должен быть. Нужно то делать, и то думать интересно, и то жизнь впереди. Потом уже не выводить на этот смех. А, да, мы должны быть в развести. Еще один очень важный момент, когда вы ошиблись и неправильно свои фразы, пытаетесь ее продолжить, это же не надо. Начните фразу сначала, потому что вы начинаете сначала. И срезать это не... Ну, это же не правда, это же уже не съемка, это еще пробовать.
серьезно было. Меньше такой театральной интонации, наоборот, более спокойной интонации присутствует. Желательно. Конечно, есть уже посерьезнее вариации. Просто, да. Сейчас такой дубль, когда на полном серьезе. И мы сами в это верите. Ну вот рассказывайте человеку, который тут сидит, ему рассказывает, как мы сейчас это вести. Или даже аудитории другой человек рассказывает. Да, да. Но тут главное без людей. Свечки, которые нужно тушить об стены, потолки, потом и так далее. Да. Понимаете, там развитие есть еще на две страницы. Это где-то почти 3.5 минуты. Вот. Там просто очень много еще всего будет вокруг происходить, пока вы говорите, понимаете? Может, там тут православие. Да, абсолютно, да. Понимаете? Вы озвучиваете еще те события, которые будут происходить вокруг вас, с помощью разных вставленных программ. Где-то они будут, где-то не будут. Ну, по крайней мере, вот, коленки на одном уровне, это хорошо. Вот, сейчас мы уже снимаем по коленке ногу с листочками. Вот. Старайтесь ими особо не размахивать, это будет вообще красиво. Попробуем? Ну да. И от себя. Да нет, не получится. Ну, что будет, то будет. Ну что, можно? Можно. Снимай. Мотор. Моторчик. Цена 2, дубль 14. Господа обычно ссорятся сослугами из-за того, что те не закрывают за собой двери. Но не хозяева, не хозяева обычно не знают, что дверь должна быть вначале открыта, прежде чем ее закрыть. А это уже понятно. Так вы по-прежнему продолжаете это серьезно видеть, да? Да, это серьезно, да. Нам просто напросить про... Нет, оно так уже. Теперь вот так нужно сесть. Меньше. Так что меньше. Там, где больше волосы. Да, шарова не можно. Не, наоборот, поверните вот так вот. А это что? Спасибо. Особо чей-то. Юра, не, у меня тени тут сверху. Ну я не снимаю. Козырек опусти, будет тень. Что потом? Вот, значит, смотрите. Нет, это козырек очень низкий. Нет, ну не такой. А
там высоко, чуть-чуть нужно там чуть выше, там чуть ниже. Покажи. Это много, это, Юля, это много. Вот сейчас они выровнялись. Да. Это монтаж, господа, как кадре. Нет еще. Так, хорошо, хорошо. Я имя зовут. Санва дубль 19. Господа обычно ссорятся со слугами из-за того, что тени закрывают за собой двери. Но ведь ни хозяин, ни хозяйка не понимают, что дверь должна быть открыта, прежде чем можно будет закрыть, и что это двойной труд. Открывать и закрывать двери тогда проще и лучше, и легче не делать ни того, ни другого. Однако, если тебе все время пристают, чтобы ты закрыл дверь, и об этом уже трудно забыть. Тогда, выходя, хлопни дверью так, чтобы в комнате все затряслось и задребезжало. Это покажет твоим господам, как ты старательно выполняешь их указания. Заметив, что входишь в милость к хозяйке или к хозяйке, ее потом закрыть, а это твоим. Открывать и закрывать ее, тогда лучше и проще, и легче не делать ни того, ни другого. Однако, если к тебе все время пристают, чтобы ты закрывал дверь, и об этом уже трудно забыть. Тогда, выходя, хлопни дверью так, чтобы в комнате все затряслось и затряслось. Ведьма на другую нечего упрекнуть, что он желает себе добра, а службой богат не станешь. Что работы у тебя много, а жалований очень мало. То если твой хозяин хоть сколько-нибудь щедр, он выдаст тебе 5-10 шиллингов в четверть года, лишь бы не отпускать тебя. Но если ты замахнешься за счет, а уходи тебе. Спасибо. Так, спасибо, Татьяна. Да? Да, да. Спасибо. Намучил я вас. Ничего, интересно. Вот, замучил. Спасибо, что все было лучше, чем я думал. Вот, тогда через товарища Вячеслава, сюда же в воскресенье, там еще будет продолжение. Сейчас занимали, это не минимализм, в воскресенье уже будет очень много. Просто, чтобы вы не потерялись, если вам это нравится, значит, тогда, чтобы было кому позвонить. Хорошо. Хорошо.